В преддверии проведения праздничных мероприятий ко Дню России республиканские правоохранительные органы и служба безопасности усиливают режим работы и напоминают гражданам о необходимости быть бдительными. Сотрудники силовых ведомств рекомендуют запомнить основные правила поведения в местах массового пребывания людей. Парковать автотранспорт в специально отведенных местах, не пытаться пронести огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества, пиротехнические изделия, а также колющие и режущие предметы. Кроме того, на праздник нельзя проносить крупногабаритные свертки и сумки. Тем, кто планирует проводить выходной день активно, особо напоминают, в случае обнаружения подозрительного предмета его нельзя трогать и вскрывать. И самое главное, при необходимости нужно сразу же обращаться по телефонам дежурных служб.